Добрый вечер. Ну, хочу сказать противнику команды игру с победой, с хорошей игрой. Вот. В целом игра была, скажем, интересная, быстрая относительно, вот, скажем, не без ошибок. Вот. И я думаю, ну, две команды хорошо играли, боролись, и все равно ничью 2-2. Думаю, у обоих команд было шансы забить в нормальное основное время. К сожалению, игра закончится ничью. Но овертайм, это, конечно, очень хорошее действие, скажем, нападающего противника. И, скажем, грубейшая ошибка нашего защитника. Там проиграл золотым, так вообще не должно было быть. Но это хоккей, кто-то выйдет, кто-то проедет, кто-то кого-то заставит ошибаться. Вот, будем работать дальше. Все, спасибо. Первая игра домашняя, очень тяжелая получилась. Здесь и отложилось то, что и готовились одним составом последний день. У нас два нападающих, и Гусев, и Волков, выпали по болезни. Пришлось заново кого-то подставлять место. Ну, это, в принципе, волевая победа. Ребята, хотел поздравить с этой игрой, то, что они заслужили эту победу. Вопрос. Павлович, Гусев с Волковым надолго выбыли? Предварительный прогноз. Ну, Гусев на 3 дня. У него там обострение гайморита. В больницу положили. Волков, еще затрудняюсь сказать, может быть, больше травма спины. Вы говорили о том, что слабо сыграны в звеньях. Вот те матчи 4, которые на выезде сыграли, они помогли как-то улучшить? Конечно же, конечно. Конечно, помогли. Ну, я говорю, сейчас пришлось перетусовать звенья. Ну, в принципе, задание одно. В принципе, нападающие понимают, ну, какое-то недопонимание должно быть, но есть и принципы игры в нападении. Обострять, бросать, возвращаться. Все это выполняли не так четко, может быть, но, в принципе, до победы хватило. А все-таки Гелашвили сейчас вратарь номер один? Да. Вратарь номер один. У меня вопрос попалось. Во время матча был травмирован Мамкин. Известно, что с ним? Надолго? У него надрыв задней поверхности бедра, мышцы. Ну, сейчас будут еще уточнять, насколько это серьезно. Но травма серьезная. Спасибо большое. Спасибо.